В молодежном центре библиотеки на Крутицкой открылась выставка пленочной фотографии «Кинетика пространства». Автор работ, молодой фотограф Юрий Савин, начал снимать на пленку в 2011 году и так увлекся этим процессом, что теперь персональные выставки следуют одна за другой. Юрий считает, что в пленочных снимках есть свой особый шарм – динамика. Свойственно аналоговой фотографии более естественная цветопередача. На снимках различные здания и инженерные сооружения. Статичные объекты запечатлены в динамике. Такой эффект достигается за счет движения камеры и приема мультиэкспозиция. Я инженер по образованию, и, соответственно, мне больше нравится архитектура, инженерные сооружения, то есть вот это как раз urban trip, то есть зоны долгостроев, забросов и так далее. Ну, то есть вот это моя тематика.